советских времен, как Первомай шагает по стране, можно сейчас сказать, что ЦСКА шагает по органам федерального собрания. Сначала, несколько месяцев назад, мы были в Государственной Думе, были дни ЦСКА, и сейчас дни ЦСКА в Совете Федерации. Радует, что такая пропаганда, реклама нашего спортивного общества, она продолжается, и такое хорошее, счастливое совпадение событий, то, что накануне открытия дней ЦСКА мы спустя 8 лет наконец выиграли Евролигу, и вот сегодня здесь мы главные герои. Приятно снова увидеть коллег, чемпионов, и просто приятно быть чемпионом и находиться в здании Совета Федерации. Ну что с голосом? Голос оставлен в районе Берлина. Надеюсь, что вот в ближайшие несколько дней удастся его найти и вернуть обратно в Москву, но твердой уверенности в этом нет.